Ой, со второй-то полосы я ни разу и не взлетал в этом году. Выкашивать выкашиваю, а взлетать не взлетал. Надо хоть... Вон голубь уже, это два голубя тут тусуются. Сейчас вот попробуем развернуться. И под горочку взлететь. Полезные культуры. Это, наверное, картошка. Что это может быть? А колеи зачем? А, опрыскивали. Это они опрыскивали. Трактор с бочкой ездил. И такие штанги от бочки в разные стороны сделаны. И опрыскивают картошку от всяких гусениц паразитических. Так, ну, попробуем приземлиться на нашу полосу. Тут проводочки. Тормозим. Разворачиваемся. Ну вот, вторую полосу тоже можно использовать. Ветер только был попутный, сука, на посадке. Пронесло немножко. Не в том смысле пронесло, а пронесло в смысле, ну вы поняли. В каком смысле? По полосе пронесло. Ну вот, утренний променад закончен. О, зараза какая крепкая.